Что это такое? Ну, я это делаю в первый раз в своей карьере. Я показываю вам батутный парк. Батутный парк для меня был бы хорош в тот самый момент, когда я был ребенком, маленьким. Тогда был один единственный батутный парк. Сегодня батутных парков в городе много, но мы определимся с той составляющей, в котором есть замечательные профессиональные батуты. Так вот, профессиональные батуты есть в этом месте. Да как бы вам сказать, тут, господа мои, прыгать надо. Я, ладно, хоть скинул вес, но надо скидывать еще. Потому что человек с большим весом — это не для него. Но прыгать-то хочется. А зная о том, что в этом парке для прыжков не обычные батуты для детей, а профессиональные, прыгать хочется вновь. Честно, из моей практики 2-3 раза это впечатление 7-летнего возраста, а больше не давали. А сейчас для всех детей и взрослых, неупитанных, в Калибре, пожалуйста. Я работаю в батутном центре, называется «Первый батутный парк», который открылся более 3 лет назад. Вот уже более 3 лет я работаю с детьми. Сначала была одиночная секция для простых обучений, простым прыжкам. Потом я посмотрел, что дети с желанием начинают заниматься батутной акробатикой. И мне удалось открыть здесь батутное спортивное отделение. В спортивном отделении 2 секции. Секция прыжки, акробатические прыжки на батутах и спортивная акробатика. На данный момент дети прыгают прыжки второго взрослого разряда и первого взрослого. Говорят, что акробатика – это батуты, и акробатика – это опасный вид спорта. Поверьте, друзья, не опаснее, чем футбол. Не опаснее. Просто надо знать, к кому обратиться. Кто объяснит и как это сделать необходимо. Я хочу сказать, что у нас есть достаточно специалистов, которые достаточно крутые, выполняют сами прекрасные трюки, но и могут обучить хотя бы основам безопасного передвижения на батутах и выполнения различных элементов. Я работаю здесь тренером в спортивном отделении, в котором, повторяю, у нас есть спортивная акробатика и батутная. Приходите к нам. Конечно, надо понимать про правила. Мы вам говорим и объясняем. Первоначально только инструктор. Вы же хотите прыгать? Так учитесь. Прыжки, они хороши. Реально круты. Но чем парк Jump хорош? Здесь также занимаются гимнастикой. Вот посмотрите, девчонки хороши, и мальчики тоже. Итак, самая забавная ситуация, что вы занимаетесь еще и акробатикой, правильно? Да. Акробатика и батут – это, по-моему, рядом где-то расположены. Ну, есть прыжковые элементы, которые можно выполнить и на ковре, и на батуте, но как бы большая часть немножко по-разному все идет. То есть у нас и гибкость, и выносливость, и какие-то... У нас композиция вообще идет на ковре, то есть мы выступаем в тройках, в парах, в одиночках. У нас как бы групповые вот такие вот. То есть мы будем говорить о том, что у нас акробатика здесь в батутном парке также развита? Да. Где это было, то... Но я прокатился по большинству нормальных капиталистических стран и прокатился в чудесных коммунистических странах. И был там, где социальная сфера на уровне. Честно, честно. Наши дети, я имею в виду российские дети, в большем удовольствии. Это реально меня радует. А особенно меня привлекает Магнитогорск. Все есть. Вот в этом городе я бы сказал, что по отношению к детям он в мировых лидерах. Единственное, чего не хватает, полноценной ледяной дорожки для катания на льду и трассы для бобслея. А так есть все. Мне вообще тут нравится, потому что много батутов. Я почти во всех парках города был. И самое главное, тут в одном батутном парке есть
дорожка, где можно делать всякие трюки. Кроме всего, чем мне нравится именно джамп? Вы спокойно можете погулять, в смысле родителей, по магазинам, их тут очень много, либо поесть, все для вас. И мало того, для дитятков ваших, все, квесты, я бы назвал русским словом, приключения, и сами, точнее, сами батуты. Мы привлекаем клиентов разной возрастной категории. Также у нас можно отметить здорово и замечательно классные дни рождения. У нас представлено целых 6 разных вариантов. Вы можете отметить целых 6 дней рождения, представляете? В 6 лет вы можете посещать нас и отмечать классные дни рождения. Итак, в оконцовке. Очень-очень хочется сбросить вес. И судя по тренеру, тренироваться здесь можно достаточно долго. Где мои лишние килограммы? Давайте лето, хотя зачем? Дома есть велосипед. Срочно скидываем и в джамп на Советскую 199. Ну и, конечно, нам бы что хотел сказать. Мне, конечно, очень нравится то, что наше поколение молодое настолько крутое. У них есть практически все. Дешевые магазины, если вы смотрите программу мою в YouTube, это не проблема. Дешевое место. То есть все, что нужно для вашего ребенка, есть. И он может стать крутым специалистом. То есть давайте все-таки определимся, для чего мы работаем. В некотором времени и в некоторое количество, и в некотором, после понтов, естественно, возникает другой понт. Точнее, не понт, а счастье человеческое. Так вот, мое личное счастье человеческое – это мой ребенок. Может быть, и у вас то же самое получается, я же не знаю.